23 апреля, около 18 часов, провокационная группа вооруженных сил Республики Армении предприняла попытку пересечения государственной границы Азербайджана, участки Азербайджано-армянской государственной границы, проходящем через Зангиланский район. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы страны. Благодаря мерам, осуществленным сотрудниками ГПС, была пресечена попытка диверсантов проникнуть на территорию Азербайджана, и они вынуждены были отступить. Государственная пограничная служба расценивает данный инцидент как провокацию армянской стороны против создания комиссии по делимитации между странами и соответствующей работы. О провокации армянской стороны проинформированы представители Федеральной пограничной службы Российской Федерации в Армении. «Если это произойдет еще раз, мы примем более серьезные меры», — говорится в заявлении. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр!